Всем привет, дорогие зрители! Нашел четырехкомнатную двухуровневую квартиру с потрясающим видом на речку, на горы, на море в районе Тосно. В люксовом проекте, который был сдан в эксплуатацию в 2016 году. Так, здесь очень хорошая инфраструктура. У нас там горки, аквапарк. Бассейн отделен от этого бассейна, чтобы не беспокоить людей, которые плавают тут. Вот, вот такое здание. Состоит из двух блоков. Так. Расстояние до моря отсюда 370 максимум метров. Тут у нас маркеты, я покажу вам с высоты. Детская игровая комнатка. Вот такая просторная лобби. Есть открытый бассейн. Сейчас найдем, где он. Так. Бильярдный стол. Открытый бассейн. Люди плавают. Здесь джакузи тоже работает, вот вода течет туда. Здесь у нас фитнес-зал большой. А это тут 45 евро в этой квартире. 3 плюс 1. Вот оборудование. У нас, кажется, прохода нет, это был блок. Где у нас тут сауна? Угу. Вот турецкая баня. Она не работает. Угу. Да, тут очень красиво, как свет включить. Есть джакузи, два джакузи. Но не видно. Работает у нас в пятницу для женщин, в субботу для мужиков, в воскресенье для женщин и мужиков. С 8 до 8 вечера. До 8 вечера. Это зона отдыха. Ну, все есть, скажем, сауна, турецкая баня, римская парная, открытый бассейн, фитнес, все тут есть. Давайте не буду терять время на инфраструктуру, поднимусь я верхний этаж проекта. Так, территория большая. Угу. Вот такой лифт. Вместимость 8 человек. Поднимемся на верхний этаж. 9-этажное здание. Вот такой коридор. На верхнем этаже. И вот у нас просторная квартира. 3 плюс 1. Так. Здесь у нас санузел первого этажа с душевой кабинкой. Здесь кухня, совмещенная с гостиной. Тут спальня. Кондиционеры фирмы Bosch. Нет, фирмы Mitsubishi, пардон. Mitsubishi. Здесь застекленный балкон.
с видом на горы, на речку Джим и на море. Есть камин тут, здесь что-то сошло. Камин тоже есть, натурально. Балкон почти как одна большая комната. Вот, огромная комната. Так, здесь у нас маркет Шок. Там сечь, впереди БИМ. Короче, вся инфраструктура на этой улице Тосмана. Расстояние до моря, до воды 370 метров максимум с этого здания. А до речки 200 метров. Кухня, бытовая техника, здесь БК, индукционная плита, это вытяжка у нас такая вот красивая. Угу. Тоже кондиционер фирмы Mitsubishi. Тут зеркальце. Просторная лестница деревянная. Здесь прихожая второго этажа. Такой интересный потолок. Так. Пройдусь я в эту спальню. Просторная спальня. Как минимум 18 квадратных метров. Вот. С выходом на террасу, которую я сейчас вам покажу. Тут у нас еще второй санузел, а также есть еще третий санузел, сейчас покажу. Вот просторная, просторный санузел. Здесь у нас просторная хозяйская спальня. Кондиционер Mitsubishi также в этой комнате. Вот. Очень просторная хозяйская спальня, минимум 23-25 квадратных метров. Там что-то проблема есть на стенке, это все сделает хозяин при продаже. И вот третий санузел этой квартиры. Работает все. Так, выйдем-ка мы на террасу. Ну какая красивая. Как красиво тут. На ролике не могу передать эмоции. Вот речка Дим. Здесь вид не закроется, так как запрещено строить в этой части. А тут давно построили мы. Так, вот такой вид. Терраса открытая, тоже большая. Сторона тут восточная и южная. Значит, вот за этим синим зданием, там еще три здания, впереди четыре, и море. Песчаный пляж района Тосмур. В той стороне втекает речка Дим за этим проектом, который называется Евровип. Строил тоже застройщик Сафер. Там до сих пор высокие цены. Так, насчет этого проекта. Вот. Скажем теперь цену вам. Дорогие зрители, здесь жилая площадь с террасой вместе где-то 180 квадратных метров. А так считается, что 240, что ли, по бруте. Цена этой квартиры 226 500 евро, дорогие зрители. Если вам понравилась эта квартира, пишите, звоните по номеру WhatsApp, Telegram, Viber. Айдат тут 45 евро. Все, с вами был Агаси из Солнечной Лани, район Тосмур. Всем пока-пока.